Разрешите представить вам членов нашего уважаемого жюри. Именно им сегодня предстоит оценивать творчество юных музыкантов. Номинация «Инструментальная музыка». Заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель предметно-цикловой комиссии народных инструментов специальной детской музыкальной школы Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Мстислава Ростроповича, лауреат премии правительства Оренбургской области, преподаватель года в сфере культуры и искусств Галина Васильевна Игнатова. И во время этого этапа отобрали всех самых лучших участников конкурса. Я желаю сегодня творческих удач, вдохновения, здоровья, блистательных побед. Спасибо, Галина Васильевна. Представитель предметно-цикловой комиссии оркестровых, духовых, ударных инструментов музыкального колледжа Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Мстислава Ростроповича Наталья Владимировна Борисова. Уважаемые конкурсанты, преподаватели, родители, мне хочется пожелать нашим участникам верить в мечту, и мечты всегда сбываются. Большое спасибо, мы продолжаем. Преподаватель высшей квалификационной категории музыкального колледжа Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Мстислава Ростроповича Галина Михайловна Лопатинская. Дорогие конкурсанты и гости конкурса, ребята, я вам желаю сегодня выступить ярко, интересно, и не забывайте, что талант – это прежде всего смелость, смелость и смелость, хорошего настроения и хороших успехов. Большое спасибо. Номинации «Вокал. Популярная песня», «Народная песня», «Академический вокал». На сцену приглашается кандидат педагогических наук, преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, доцент кафедры художественно-эстетического воспитания Оренбургского государственного педагогического университета, художественный руководитель и дирижер хора «Камертон» педагогического колледжа имени Калугина, лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель международного конкурса профессионального мастерства «Роза ветров» Татьяна Владимировна Петрова. Доброе! Радостное, солнечное утро. Талант музыки детям – это праздник. Это не конкурс, это праздник. А праздник непростой. После этого праздника на нашем оренбургском небосклоне всегда зажигаются новые звезды и звездочки. А кто звезды, кто звездочки? Не слышу. Мы! Еще раз не слышу. Мы! Молодцы! С праздником вас! Большое спасибо! На сцену приглашается главный специалист по развитию казачьей культуры Регионального центра развития культуры Оренбургской области Ирина Петровна Посадская. Милые, дорогие, талантливые наши ребята, мы поздравляем вас! Дерзайте и добивайтесь больших успехов! Удачи вам! Спасибо. И председатель жюри, заслуженная артистка России, профессор кафедры вокального искусства Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Мстислава Ростроповича, заведующая кафедрой мастерства артиста музыкального театра, лауреат губернаторской премии «Оренбургская лира» Анна Васильевна Басова. Анна Васильевна находится в зале. Давайте поприветствуем аплодисменты председателя жюри. Большое спасибо. Мы благодарим вас за пожелания и под бурные аплодисменты просим занять свои почетные места в зале.